когда уже мумия давно лежит, она же коричневеет. А та свеженькая, да, была? Да, да. Беленькая такая. Пенуч не могла спать. О, прикольненько. Это что? Ну, тогда бы прислала бы Дулю. Ну, она как бы современная. Вот серьезно, сейчас вот это оно мигать будет? Может, она не знает, как прислать Дулю? Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере... То есть тебе грозит наказание. Так и так. То есть это означает, что полиция может к нам приближаться, ты понимаешь? Ну, сейчас она удаляется. Она приближается и удаляется. Вась, нет, ты... но непонятно, то ли она удаляется, то ли она приближается. Катя, дело такое. Тут тоже не очень понятно. Что? Все верну. Если хозяин на меня заяву напишет, базара нет, я тогда буду отвечать, тут уже от Мазона никакого. Я же не в отрицалово должен сейчас лезть. Идти. Вась, не надо, не надо. Да как не идти? Мы все, что там решили, что все идем. Не слушай, не а вдруг ты пропадешь? У тебя нет документов? Понять не могу. Ты их там, наверное, остался? Нет, нет, нет. Здесь были документы. Вот у меня во внутреннем кармане. Я их специально... Кто здесь был в комнате? Только я ты был в комнате. С другой стороны. Вот этот может... мужик. Это эта фотография? Да. Может, он пошел на как... туда буквы и мог клеить. Клеивать на листочек и кого-то шантажировать. Да? А знаете, что там внизу написано? Что? А спуститесь. Вот, Вася менял документы на деньги. А до этого было написано, что документы нашли Юра и кто? Ксю. Так тут написали, что ты обменял их на деньги. Хорошо, а если через минуту будет написано, что та, и, их документы нашли Юра и Ксю, что ты делать будешь? А если через минуту будет написано, что Вась Васич мент? А если через минуту будет написано, что Юра Кизольда Кац? А если через минуту написано, что Ксю моя жена и дня 4,5 года не было жены? Если не можете делить... Ты хочешь говорить ради того, чтобы говорить? Да. Может, он известный какой-то мент? Не знаю, какой-то неприятный. Как ты можешь понять, не... ваш? Эти ваши два идиота не догадались даже о том, что, блядь, ведется съемка. Были вещи, которые пропали. Ты уверен, что это они, да? Я знаю, что это они. Все знают, что это они. Пали, да не теряй время, блин, на! Заранее взял? Получается. Суть, чтобы тебя не тошнило, и тебя перестает тошнить. Как это возможно? Мужик из печки, как это возможно? Как? Ну, это какая-то мистика. Хорошо. Mm-hmm.